Сейчас собираюсь провести эксперимент с квашением капусты. Потому что разные люди квасят по-разному. И кто-то говорит, мне такой нравится способ, другие мне такой. Вот хочу попробовать разными способами. Ну, например, кто-то говорит, что вот зачем много морковки добавлять, вот капуста и соль. Ну там уж одну добавил, маленькую морковину и все. Но зато капуста такая беленькая, красивенькая получается. Кто-то так говорит, да? Ну, сделаю так, как они говорят, как эти люди. Потом сделаю, как большинство людей, добавляю моркови сюда достаточно. Три основных ингредиента, морковь, соль и капуста. И еще каждый день протыкают. Многие так делают, протыкают каждый день. Сделаю так, как они. Также сделаю, как я обычно делаю. Разница от большинства людей тем, что я не протыкаю ее. И в четвертом это я сделаю ферментированную капусту. Отличие, да, в чем? Что на время квашения уберу доступ кислорода. И вот она будет таким образом кваситься. Ну и проверим, какой будет запах, вкус, какая будет вкуснее. Вот, хочу это проверить, проэкспериментировать. Что же получится. Ну и сейчас я сюда добавил 2 ложки соли. Соотношение такое, что на 3-литровую банку столовая ложка соли. Сейчас это перемешаю, помну. То есть первое я хочу сделать вот только соль и капусту. А потом дальше уже я добавлю в другие банки. Сюда морковь добавлю. Также перемешаю это все. И разложу по банкам. Утрамбовал баночку плотно капусты, очень плотно утрамбовал. Ну и еще хочу поставить сюда груз так небольшой, чтобы да, под грузом было все это. Вот первое готово. Все это на 3 или 4 дня посмотрим на третий день. Если готово, то уберем. Если еще не до конца проквасилось, то еще на 4-й день оставим.
Ну все, теперь я ставлю это кваситься 3 дня. Это я поставил ферментироваться, закрыл крышкой. 3 или 4 дня он будет так у меня. Здесь эту банку я тоже под грузом поставлю. А эту также под грузом, но еще и буду каждый день протыкать ее. Ну и посмотрим, что получится у нас. Прошло 4 суток. Вчера я проверял капусту, но она была не проквашенная. Поэтому подождал еще до сегодняшнего вечера, чтобы прошло 4 суток. Видно, что капуста, которую мы протыкали, вот эта вот, она полностью проквасилась. Ну, вот здесь вот она видна, вот в этом месте. Вот здесь. Полностью проквасилась. А другая же капуста здесь, которую не протыкал, здесь, которая ферментировалась без, получается, без доступа кислорода, закрытой крышки, тоже не проквасилась. Ну и здесь немного тоже, чуть-чуть. Первое, если проверим эту капусту, которая без морковки. Но я, когда попробовал на вкус, вот здесь вот она, видно хорошо. Вот. Она беленькая такая. Тоже так же кислая на вкус, когда я проверил. Отличается, я так понял, она от той с морковкой тем, что ту, которую с морковкой делаем, в ней больше сладости. Здесь же она просто кислая. Сладости совсем немного. Кислый вкус. Вкусный кислый вкус, но с морковкой она послаще. Такая сладко-кислая. Более приятная с морковкой. Ну, для меня лично. Не знаю, как для других, для вас. И понял, что отличие, так как она хорошо сквасилась, морковь никаким образом не повлияла, получается, на квашение, потому что ее не было. Выходит, что морковь или свекла кто-то добавляет, это они нужны для того, чтобы придать сладости капусте. Больше моркови добавляем, более сладкое будет. Кисло-сладко, да? Менее моркови, сладости будет меньше. Ну, получается, как сахар, да? Мы добавляем кому-то ложку сахара, нравится, кому-то две ложки сахара, да, чай. Вот подобное здесь тоже. Морковка, да, или свекла, они будут влиять на то, чтобы делать более сладкую капусту. А, получается, на ферментацию или квашение она не влияет. В отношении закрытой-открытой видно, что и та, и другая квасится. И открытая, да, и в закрытом виде, если закрывать, тоже квасится. Причем кислотность хорошая и у той, и у другой. Если взять вот эти, да, например, здесь я протыкал, здесь не протыкал. Но вкус тоже самый. Просто вот тот, который протыкал, получилось, что она быстрее заквасилась. Не знаю, может быть, каким-то образом кислород проходил лучше при протыкании. Не знаю, из-за этого, с чем это связано, но видно, что результат быстрее у нее. Хотя одно и то же время, в одном и том же месте я держал. Ну, единственное, я ее протыкал. Поэтому она проквасилась быстрее на сутки. То есть вот эту еще, наверное, надо подержать. Хотя вроде бы и так порядком 4 суток. Но еще местами не до конца она проквасилась. Надо еще подержать, чтобы полностью весь лист проквасился. Все листы. И эту ферментированную тоже подержать придется. Здесь вообще проквасилась еще. Как бы не полтора дня еще пришлось бы держать ее.
Ну, это уже готово. Быстрее всех. Горечи нету. Видно, что протыкание никоим образом не связано с горечью. Во время протыкания выходят газы. Здесь тоже эти газы тоже выходят естественным путем, тихо, медленно, постепенно. Во время квашения, после первого дня обычно, начинается вот этот вот запах неприятный идти от капусты, когда выделяются газы неприятные. Здесь мы эти газы за счет протыкания, да, они быстрее выходят. Но никоим образом это не связано. То есть он не остается. Здесь не осталось этих газов, этого неприятного запаха. То есть очень приятно вкусный запах капусты здесь. Хотя я тут не протыкал. Здесь то же самое, одинаковое. Но видно, протыкание влияет на то, что происходит быстрее процесс квашения. И капуста проквашится быстрее. То есть здесь видно на литровых банках. Если в больших бочках, там, конечно, объем намного больше. Это, видимо, да, еще быстрее может происходить или дольше, наоборот. Вкусная капуста? Вкусно. Особенно с морковкой. Она сладенькая такая. А вот Кузе не нравится, смотри. А Владику нравится, ну, Владик, на капусту. Владик. Дай к Владику капусту. Будешь есть? Ему нравится. На, бери. На. Хочешь, или ты наелся уже? Он наелся. Он... Если... Все съел. Ну вот, если кот ест капусту, значит хорошая капуста.